Дорогие мои зрители, мы продолжаем наше путешествие по солнечной, гостеприимной Сицилии. У нас завершились двое суток пребывания. Мы едем в отель номер 3, который расположен в городе Калатафими Седжеста. Ну, это километров 10 примерно от археологического парка, где мы только что с вами были. Как правильно говорить Сегеста или Седжеста, честно скажу, не знаю. В интернете есть и так, и так. Итак, смотрите, что происходит. Владимир Кот заговорил по-итальянски. Это эврика, это фантастика, но это правда. Я понял, товарищи, надо быстро говорить на своем языке, ну, например, на русском. И махать руками быстро. И итальянцы тебя начинают понимать, вы понимаете? Ничего не понимаете? И я не понимаю, но они меня поняли. Короче, читайте внизу титры, они будут это объяснять, потому что здесь будет реальный сейчас звук. И чтобы как-то вам объяснить, что происходит, я пишу титры. Мы заблудились, вот читайте. А дальше мы сейчас будем общаться с хозяином апартаментов с помощью Google переводчика, который находится в смартфоне. Это был цирк. Мы там где-то процентов 10 только выставляем в этом фильме, потому что некоторые вещи решили даже не ставить. Настолько это было смешно и парадоксально. Итак, смотрите, наше общение с хозяином апартаментов. Пользуйтесь Google переводчиком с итальянцами, которые говорят быстро. То, что писали на Водевичи, это кладбище. Мы завтра уедем примерно в 8 или 9 утра. Окей. Però на мой. Мой брат. No. No. Fratello, cosa? Cosa? No, la mafia non c'è più a Corleone. No, mai che non c'è il Corleone. Сколько вам смеялись за вечер, Вов? Мафия Корлеоне исчезла. О, окей. Siamo arrivati. No. Спасибо вам большое. Я большой шутник. Sono un grande burlone. Так, хочу зовут Гиалли. Да. Я и моя жена Алла пенсионеры, поэтому нам только и остается, что шутить. Я и моя мама. Алла, тут вообще такая бредятина. Он жаль, что он плохо говорит по-русски, потому что ему нравится красный цвет. Мы идем на праздник, а вы за наше здоровье выпейте литр вина. Andiamo alla festa e tu per la nostra salute bevi un litro di vino. Io devo andare a casa a mangiare con mia moglie che aspetta a me. Должен пойти домой, чтобы поесть с женой, ожидающей меня. Вот, отпускай его уже. Вот, а то он до утра с нами будет. Мы расстались с нашим добрым хозяином, который пошел с супруги пить по нашему распоряжению литр вина. А мы осмотрели апартаменты, замечательные апартаменты, тем более за такие деньги в 39 евро был еще и завтрак. Вот. А когда мы ехали на автомобиле по городу, мы увидели огромное количество нарядных людей. Девчонки в коротких юбках с барабанами. Все идут куда-то возбужденные. Мы поняли, что в городе праздник. Феноменально. Мы об этом мечтали. А об этом городе даже не слышали. Как такое произошло? Фантастика. Итак, дорогие мои зрители, идем в город. Чем дальше мы бежали к центру города, тем громче и громче звучала музыка, чем больше и больше людей мы встречали на улицах города Калатафими Седжеста. Праздник начинался. Потом в дальнейшем уже здесь, в Москве, я долго искал в интернете и наконец нашел, как это праздник называется. Праздник Мадонны Ди Джубино. Мадонна Ди Джубино, это покровитель города
Калата Фими Сержеста. Каждый год, это получается какие, на третьи выходные сентября, ну вот в этом году с 21 по 23 сентября проходили эти празднества. Я нашел в интернете афишу на итальянском языке, с горем пополам, с помощью переводчика, интернет-переводчика, перевел эту афишу. Ну уж извините, как перевел. Можете остановить стоп-кадр и посмотреть, что и как происходит. Дальше я комментировать не буду, постараюсь еще что-то найти, напишу в комментариях под фильмом. Вот, смотрите и слушайте реальный звук, как все происходило. Ничего не буду комментировать и ничего не буду править. Итак, праздник Мадонны Ди Джубино.
полуда. Наступило, а вот и утро пришло. Мы отправляемся в наше путешествие дальше. А что нас ждет, это маленький-маленький секрет. Но скажу, что будет очень интересно. Этот день пройдет тоже замечательно. Нам предстоит проехать порядка 300 километров. Мы увидим настоящую родину сицилийской мафии. Мы увидим настоящие пейзажи Сицилии, которые ничем не уступают Тоскане. Не уходите далеко. Наше путешествие продолжается.